Друзья, сегодня я вам покажу вот эту деталь. Это деталь от станка Emco Star. Итак, поднимаем ее, убираем ее, и мы видим неприглядный внутренний мир. Сами убедитесь. Комплектация какая. А вон там, еще одна Emco Star. Только та в собранном виде и рабочая. А это ее деталь. Вот она деталь. Это место для мотора. Здесь для ленточной пилы. Здесь люк открываться должен. Все заржавело. Так что начну вам показывать только именно с этого. Ну а Emco Star, которая вон там стоит, я займусь потом. Эту придется все чистить и винты.